Приветствую вас, и на момент моего ответа вам ответил, по сути, один эксперт, который порекомендовал вам наблюдать за действиями мужчины, за его поступками. И в общем и целом, рекомендация это верная, я бы сказал, что она правильная, но ее мне бы хотелось немножечко раскрыть и, возможно, что-то добавить еще, помимо ответа на ваш вопрос. Ну, во-первых, действительно нужно наблюдать, и здесь выдравить, собственно, ответившему вам эксперту я не могу. Но следить нужно не только за, ну, за поступками. Следить нужно еще и за просто поведением. То есть, если вы мужчина, например, в вашем присутствии начинает осуществлять какие-то нехарактерные для него действия, какие-то нехарактерные для него поведенческие модели, то это, скорее всего, означает, что у него есть к вам определенная эмпатия. Конечно, поведенческие модели желательно анализировать. Конечно, поведенческие модели желательно изучать. Желательно рассматривать их. Желательно ну, не торопиться с выводами, не спешить с выводами, чтобы не принять желаемое за действительное, потому что очень может быть, что вот то, что покажется, допустим, вам подтверждением того, что мужчина все-таки испытывает к вам симпатию, на самом деле может оказаться ничем непримечательным поведением, и вы разочаруетесь. Чтобы этого не было, нужно все-таки не спешить с выводами. И смотреть, сравнивать, наблюдать и так далее. Далее. В чем причина того, что мужчина, как вы говорите, постоянно молчит? В чем, ну, по вашему мнению, может быть причина такого вот поведения? Чем оно обусловлено? Ведь, вообще-то говоря, молчание, оно может быть разным. И если мужчина такой вот замкнутый в себе человек, если мужчина такой, ну, может быть, я даже не знаю, может быть, неуверенный в себе человек и так далее, то вам здесь нужно подумать над тем, чтобы самостоятельно проявить какую-то инициативу по отношению к нему. Решать, конечно, вам. Будете вы проявлять инициативу, не будете вы этого делать, но тем не менее, нужно понять природу этого молчания. Далее. Предположим, что мужчина действительно все время молчит. И здесь мне бы хотелось от себя уже добавить такую вещь, что ну вот мужчина молчит, он все время. И вам это, понятно, неприятно. Ну, вообще-то говоря, это и не может быть приятно, если человек молчит все время. Возникает вопрос, а нужен ли вам вообще, так говоря, такой мужчина тогда? Зачем вам такой человек,
если он молчит, молчит все время. Для чего вам такой мужчина? Тогда возникает справедливый, на мой взгляд, вопрос. И этот вопрос нужно увязать с формой вашего вопроса, который вы задаете. Как понять, что вы мужчине нравитесь? То есть вам очень хочется построить отношения именно с этим человеком. Но тогда нужно спросить вас, а почему вы хотите построить отношения именно с этим человеком? Чем продиктован ваш выбор? Чем продиктовано ваше желание? Тем более, если вы не получаете каких-то однозначных подтверждений того, что у мужчины есть к вам симпатия. То есть риск, есть вероятность того, что у мужчины к вам симпатии нет, и симпатия есть только у вас. Соответственно, устраивает ли вас подобный момент? Если нет, то стоит ли вообще тратить на мужчину свое время? Дальше. Понимать вот то, что вам рекомендуют эксперты в любом случае, то есть какие-то индикаторы, там, знаете, есть движение глаз, есть изменение положения тела, особенно если человек сидит, есть прочие вербальные и невербальные знаки, которые можно вспомнить, их очень много на самом деле. Но все это не дает прямого подтверждения того, что мужчина вам нравится. И вы, получается, всегда будете в неведении. И если вам этот человек действительно симпатичен, если вы с этим человеком действительно хотите быть, ну так тогда и проявить инициативу сами. Сами обозначьте ему как можно более четко, как можно более откровенно и однозначно, что он вам нравится. Сделайте первый шаг. Ну хорошо, даже не первый шаг. Сделайте два шага вперед, если вам это нужно. И посмотрите на его реакцию. Как он отреагирует? Как ему понравится то, что вы проявили свое внимание. Ответит ли он вам взаимностью? Если да, то как? Как вас устраивает или так, как устраивает его? Это ведь очень важный момент, потому что если, например, мужчина ответит не так, как вам хотелось бы, а по-другому, ну, соответственно, сложно тогда будет что-то сделать. Сложно тогда будет говорить о гармоничности ваших отношений. Поэтому я думаю, что поступать вам нужно именно этим образом, именно таким образом. И одновременно, пожалуйста, подумайте над тем, почему именно этот мужчина вам нравится и подходит ли он вам. Ведь молчание его уже сейчас на ранних этапах, на столь ранних этапах, выступает негативным фактором, выступает негативным ключом, негативным моментом. И не будет ли он вас раздражать в дальнейшем? Вот это, пожалуй, тоже очень важный вопрос, на который вам нужно обратить свое внимание. Поэтому, я думаю, можно закончить, в принципе, ваш вопрос краток. И вам нужно либо дополнить его, либо обратиться
к эксперту за приватной личной работой, чтобы выработать стратегию вашего поведения по отношению к мужчине, ну и чтобы вообще понять, а чего же вы хотите, для чего и как. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!